Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем ежедневные награды. Еще одна, круто. Так, и хочу посмотреть, где я в данный момент нахожусь. Лига мастеров, одна звезда, ранг 74. Блинский, я думал, что они меня не сбросят. А все-таки скинули, да? Все-таки скинули, ладно. Блин, у меня и мало откатов. Что ж делать-то тогда, а? Блин, сегодня у нас что? Сегодня у нас пятница, суббота-воскресенье. У меня рабочие смены начинаются. Я вообще-то сегодня как бы рассчитывал взять уже Лигу мастеров 3 звезды. Вот такие вот у меня были планы. Но, судя по всему, планам этим не суждено, да, сбыться. Что меня очень даже огорчает. Очень огорчает, друзья. Как бы мне уложиться-то во все это, а? Кто бы мне подсказал? Но если я сейчас даже сегодня доберусь, например, до Лиги мастеров, ну, 3 звезды вряд ли. Ну, может быть, доберусь до Лиги мастеров 3 звезды, но дело в том, что мне надо взять топчик или хотя бы полтинник, чтобы меня не сбросили. Хотя еще 2 дня есть в запасе, но я не смогу, ребят, играть, потому что буду работать. А после работы мне как бы нет особого желания сидеть, потому что очень устаю. Вот, и поэтому только на выходных получается у меня поиграть. Да. Ну что же, давай тогда постараемся сегодня пробиться как можно дальше, чтобы нам на выходном, на моем, а он будет у меня в понедельник, то есть в воскресенье у меня будет крайняя смена, да, в понедельник у меня будет коротенький выходной, чтобы вот на этом коротком выходном перед откатом мы с тобой успели взять Лигу мастеров 3 звезды. Это единственное, что я могу позволить. А других вариантов просто здесь и быть не может. Ой, зачем я сделал это? Совсем уже. Провокация тут не нужна. Тут надо сразу бить наотмашь. Так, ну что, хорошо. Серию испытаний мы прошли. Здесь я забираю награды. Так, теперь пойдем сражаться. Берем наших маузеров. Так, и начнем. Нам надо что найти? 3 знака, да? 3 вот этих автомобильных номера. Замечательно. Сразу нашли, и можно, в принципе, прокачивать до 6 ступени. Замечательно. А что это за пассивка такая? Кролики дикие не терпят дрессуры. В начале хода можно с вероятностью 10% получить свойство дополнительной атаки на один ход. О, 4 пульта надо найти, да? Раз, 2, 3, 4. 4 пульта нашли. Прокачиваем. Дальше нам нужно найти 4 наушника. Блин, ну эти наушники, конечно, я припарюсь, наверное, их искать. Если честно. Опять, ребята, нос заложил. Опять насморк, опять кашель. Пьем, как говорится, всякие разбавляющие таблеточки. В общем, укрепляемся. На больничный садиться нельзя. Только с него вышли, опять на больничный, то будет вообще жесть. Так, поднимите уровень персонажа. Но этого я сделать пока не смогу. В общем, друзья, я побежал. Опа, опа, опачки. А тут у нас черепашья буря, оказывается. Ты глянь-ка, а. Но это я не пропущу, вы уж извините, но это... Это надо бомбить. Это нужно обязательно проходить. Вот единственное, что зэк-то здесь как бы и не нужен. Лучше бы мы, наверное, взяли все-таки Криса Брэдфорда сюда. Как по мне. Потому что зэк, ну, он слабее будет. Давай смертельную волну. Окей. Так, этого добьем. Теперь, наверное, Леонардо. Донни. И Майки. Третья волна.
Третья волна. Ну что тут у нас? Есть маузеры. Хорош. Так, и последняя, заключительная. Так, черепашки классика, да? Ну давай, Шреддер, веселись. Замечательно, просто великолепно. Ну что же, победа. И наша награда $60, что очень приятно радует. И у нас эпизод второй. Давай я, наверное, все-таки уберу его, этого зэка, и возьму, наверное, кроликов. Но они будут, наверное, нападать, естественно, сразу же все на кроликов. Наверное. Так, я здесь, наверное, сделаю отхил. Ну давай лучом пробьем, интересно или нет. Не вышло. А если ракетами? Хорошо. Так, переходим на вторую волну. С гранатомета их. Опля. Чпок. До свидания. Переходим на третью. Так, здесь у нас оригиналы стоят. Стоят оригиналы. Ну-ка, маузеры, звезданите им хорошечно. Бамс. Вот это крутой, ребята, удар был. Так, минус. Опа. До свидули. Отлично. И последнее, заключительное. Так, это у нас черепашки видения. А ну-ка, шипы. Так, минус 2. Хорош. Замечательно. Ну что, друзья, здесь тоже мы прошли, поэтому нам остается пройти всего лишь... Так, $15, 75 жетонов. Всего лишь последний эпизод. Всего лишь последний эпизод. Так, здесь надо быть поаккуратнее. Во-первых, здесь 6 волн, во-вторых, они 86 уровня, и как бы нам надо поберечь наших маузеров. Пока не знаю, как нам это сделать. Ну-ка, если я шипы, например, сделаю. Допустим. Допустим. Так, этот у нас идет. Давай, наверное, масуху залепим. Замечательно. Так, вторая волна. Тут у нас обычные, да, черепашки. Пам-пам-пам-пам. Ну, давай, наверное, сделаю лучом, потому что здесь майки, как бы неохота, чтобы он тут уклонение делал или еще что-нибудь в этом роде. Валим. Есть. И пробивной. Замечательно. Так, здесь у нас опять же классика. Классику, ребят, нельзя ни в коем случае здесь упускать. Я сделал отхил постепенный. Активировал. Попробуем луч. Ну, луч слабый, ребят. Вот смотрите, луч у кроликов слабоват. Хотя мы его вроде бы как прокачивали, да? Но он все равно слабоват. Смотри, смотри, хопа. И взял, и все снял. Весь дебаф. И это только лишь четвертая волна. Так, это у нас оригиналы. Погнали на маузерах. Попробуем их разыграть. Так, 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 так. Здесь, наверное, сделаем вот так вот. Вот так. Опля. Ну и остается лево. Я же тебе говорил, что он будет на маузеров прыгать. Потому что маузеры самые слабые здесь. По хп именно.
Так, смертельная волна. Не забывай, что в конце будут у нас черепашки-ниндзя из космоса, насколько я помню. Так, надо вот этого, наверное, шваркать-то. Заблокировали. Опля. Пробьем. Ну, в любом случае ему крышка. Так, и последняя, заключительная волна у нас здесь. Черепашки из космоса. Собственной персоной. Давай, наверное, в Лео звезданем. Хорош. Хо-хо-хо-хо-хо. С удара просто вырубили. Просто, друзья, с удара вырубили. Так, вот это мне не нравится. Массовая такая пошла. Так, Донни. Наверное, Донни, наверное, попробуем шваркнуть. Хотя бы замедлить его. Оу, вообще вырубили. Так, у нас двойная атака, что ли? Да, у нас двойная атака активировалась. А ну-ка, сладкий пирожок. Вот и все. Вот и все, ребята. Что и требовалось доказать. Ушатали их только шорох. Даже глазом не моргнули. Шикарно, шикарно пробежали. Так, у нас есть еще немножко, по-моему, да? 27. Ну, попробуем, вдруг. Вдруг что-нибудь, да, как говорится, успеем тут урвать. Комментарик. Так, о, 15 жетонов уже нашли. Так, сколько там? Еще 3 попытки, да? Вот еще 15 жетонов. И еще. И еще. Круто? Круто. Так, ребят, ну что? Идем сразу в магазин. Идем сразу в магазин и приобретаем. Вот так вот. 86 ДНК из 100. Это вообще замечательно. Ну а теперь, друзья, турнирная арена. Да-да-да, та самая турнирная арена, где мы должны сегодня попасть, ну попытаться, по крайней мере, в Лигу Мастеров 3 звезды. Это будет очень-очень проблемно сделать. Да, это будет очень, ребят, проблемно сделать. Даже и не... Ну, придется, наверное, вот так... Блин, нет. Вот так как-то делать. Почти 70 уровень. Ну, давай, Шреддер, наяривай. Сможешь их сразу уложить? Ну, почти получилось. Донни на добивке. Молодцы. Но видишь, мы с тобой за один поединок отыгрываем два сильных бойца, что не есть хорошо. Я бы даже, да, я даже сказал бы не то, что не есть хорошо, это очень плохо, это отвратительно. А вариантов у нас нету. Но если вот только здесь взять, например, Армагона. Раз, два. Три, четыре. И надеяться на то, что Армагон ушатает их всех. А я вот в этом почему-то очень сильно сомневаюсь. Я сомневаюсь, что он, конечно, всех положит. И зря, да, Армагон, скажи, зря ты сомневаешься во мне. Все сделаю по первому разряду. Красавчик он. Просто красавелла. Так, 46-я позиция, окей. Так, 17-23. Ну что, я возьму раз, два, три. Раз, два, три. Так, и вот так. Ну что, у нас тут есть уклоняшка, если что. Вот, мы можем уклонение поставить. И плюс... Так, вертушка. Слабая какая-то вертушка. Кунаи пошли. И, наверное, блин. Давай я возьму провокацию, так уж и быть. Я возьму провокацию. Этот делает баф на хил, да? Этот еще, ну, понятно, короче, решил хильнуться. Давай, Рафаэль. Так, нет, не уложил, не получилось у тебя его бомбануть. Надо Лео тут в топку. Все, и теперь добивка. Упс. Нормально. Ну что, этот поединок с горем пополам мы прошли.
Но они пока еще и не 70 уровня. Ну что такое, ну. Так, давай мне 35-ю позицию. Спасибо. 17-23. Ну что, берем Макмана и берем, наверное, здесь Кренга. Макман и Крэнг. Но вот здесь Майки 74 уровня. А мы знаем прекрасно, что он ходит первым. Он же будет ходить первым, да? Если, конечно, успеет. А как же это прекрасно, ребята. Как же это прекрасно. Но Крэнг, конечно, красавчик. Просто ушатал их своим лучом. И это круто, на самом-то деле. Так, ну что, 25-я, да, позиция? 25-я. Так, давай ко мне 17-23. Не надо мне тут свои вот эти вот 16-22 подсовывать. Раз, два. Три, четыре. Пять. Блин, я уже на последних, ребят, резервах практически тут дрынькаю. Ну давай, 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 слэш. Ну хотя бы двоих ушатал, молодец. Бумс, нормально. Так, получается, сейчас у нас будет 15-я позиция, да? И надо еще где-то на... О, даже 12-я. Надо еще где-то на 10 поединков как минимум рассчитывать. Как минимум. Поэтому беру Армагуна, кожеголового. И начинаю потихонечку уже отыгрывать наших слабеньких персонажей. Откатов у меня не хватит, вот в чем беда. Откатов не хватит. Там еще за рекламу можно 10, но в последнее время что-то мне не дают возможность просмотреть рекламу. Говорят, не, рекламы на сегодня закончились, зайдите позже, и все, ребят. И не дают тебе ничего. Никаких реклам. Да ладно, вы издеваетесь, твою налево, а. Вот специально начинается вот это вот у них, ты заметь, специально это все делается. Уже, это уже неоднократно я замечаю. Как ты только начинаешь идти к топчику, да, к уверенным шажками, тебе начинают сразу занижать кубки. Все специально. Так, ну что, бомбим. Замечательно. Так, давай ракетами. Я думаю, ракеты тут сделают свое дело нормально. Превосходно просто. Ну и смотрим. Мастер 2 звезды, а позиция 92-я. Маленькая позиция, я тебе скажу, маленькая. И откатики у нас... Ой, как быстро улетает. 8 всего лишь осталось. То есть это на 4 поединка еще. А 4 поединка по 10 откатов, ну... По 10 ступенек, то есть это 40 ступенек всего лишь. Ну это никуда не годится. Это никуда не годится вообще. Ну все, 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 идеальная победа, погнали дальше. Что там рассусоливаться-то? 81-я позиция, ну ладно. Так, 17-23. Ну видишь, пока не дают 17-24. Пока побаиваются, да? Твою налево, бойцов еще. Да кучи. А откатов не хватит, чтобы их всех отыграть. Даже если я с тобой 10 реклам посмотрю, да, и у нас будет 10 откатов. Этого все равно мало. 10 откатов это 5 поединков. Ну, 50 очков максимум мы можем выиграть с этого. 50 очков это что? Это ничто, ребят. Это капля в море. Вот они дают нам по 10 баллов сейчас. За каждый поединок. О, 17-24. За каждый это дают нам по 10 баллов за каждый поединок. И это я тебе скажу, это очень высокий балл. Потому что они могут давать и 5, и 4, и 6, и 7.
Они очень редко дают 10 баллов на высоких рангах. Они начинают вот прижимать это все дело. Не знаю, почему так делается, но это уже неоднократно было замечено. Поэтому можно сказать, что нам сейчас везет. Мы идем идеально. Так, ну что, какое там место у нас? 60-е? Отлично. Так, и как ты видишь, у нас 4 отката остается всего лишь. Нет уж, давай 17-24. Ну что вот начинается опять, а? Не, ну серьезно. Ну что это? Ну было, блин, 17-24. Чего вы мне начинаете 17-23 свою впендрючивать? Так, зэк плюс крэнк. Зэк плюс крэнк. Какой зэк? Какой зэк, ё-моё? Армагон плюс крэнк. Это все, ребят, это уже... Я спать хочу, у меня уже глаза закрываются. Так, выруб... Ага, одного вырубили. Ну, крэнгу здесь... Да, можно было бы, в принципе, и ракетами бомбануть. Ничего страшного бы не произошло. Все равно бы мы их добили. Прекрасно. Так, ладно. Погнали далее. 50-я или какая? Видишь, 51-я. Уже 9 ступенек дали. То есть потихоньку-потихоньку они вот так вот зажимают. Ну что, у меня, ребят, откаты практически, да. Все, йог. Откатов больше нет. Такая вот петрушка. Я сейчас пойду попробую. Не знаю, за рекламу дадут они, не дадут 10 штук. Конечно, хотелось бы. 5 поединков, как говорится, на помойке не валяются. В моем случае вообще каждый поединок, да, на вес золота. Да если бы у меня были бы выходные, конечно, я бы так бы тут одно место не рвал бы, да. Я бы спокойно бы проходил бы, зная, что завтра, например, да пройду. Но с рабочими сменами это не получится. Так, сороковочка. Все, ребят, пошел я, короче, смотреть рекламу за откаты. Ну что, все, рекламу я посмотрел. 10 откатов получил. Продолжаем, ребята, продолжаем. Ищем 17-24, чтобы было. Вот. Так, Армагон. И пускай это будет крэнк. Пускай это будет крэнк. Да. Тяжело, конечно. Ну, всего лишь 5 поединков мы с тобой успеем здесь сделать. Так. Ты видал, что Хан сделал, а? Паразит. На тебе, Крис Брэдфорд. Это тебе за Мондагеку, которого чуть-чуть было ты не ушатал. Ну, не ты, а твой дружок Хан. 35-е. Вот видел, что? Вот сколько сейчас? 2 ступеньки всего перепрыгнул, ребята. 2 ступеньки. Вот я об этом и говорю, что черт знает, что творится. Ай, да. Ты пытаешься, ты стараешься, а тебе вот так вот просто задницу показывают и говорят: фигушки, ты куда пройдешь. Ну смотри, что, а. Теперь этот лезет, плешивый Микеланджело. Давай, крэнк, дубани их хорошечно, чтобы все полегли. Все оставшиеся. Вот так вот им будем беспощадно уничтожать. Так, и продвигаемся дальше, посмотрим. С 35-й позиции мы переходим на 27-ю. Так, 17-24 есть. Сейчас прольется чья-то кровь. Раз, два, три. Попробуем. Попробуем так сделать. Вначале валунчик. Так, валунчик. И... Да ладно! Ванька молодец, в принципе, молодец. Все-таки успел, смог их пробить. Я думал, что не получится, но нормально. Так, и какое там, 17-е? 12-е место. Слушай, мы попадем в Лигу Мастеров 3 звезды, но позиция будет слабенькая. Раз, два, три, четыре, пять. Будет слабенькая у нас позиция.
То есть где-то, может быть, 90-е, 80-е, так вот уровень. Но, с другой стороны, лучше пускай так, да? Чем вообще мы тут до туда не дойдем. Так, давай. Кролики. В атаку. Красавцы. На тебе. Бакстер отдыхает. Ну, а мы двигаемся дальше. И сейчас посмотрим, какую позицию мы возьмем. Оу, мы в Лиге Мастеров, ребята, 3 звезды. Шикарно. Это уже хорошо. Так, Армагон, сколько у нас еще? Есть, есть еще откатики. Так что все пока под контролем. Еще получается 2 или 3 поединка, да, у нас будет? Ну, тут понятно, что Армагон влупляет. Так, а здесь... Давай ракетами. Ну, так, кстати, вот не советую, друзья, рисковать. Потому что мало ли что пойдет не так, потом ты будешь кусать локти и скажешь: зачем я это сделал, зачем я запустил ракеты? Я бы лично орал бы тут как потерпевший. Если бы мы, например, кого-то не добили бы, то это было бы, да, печалька. Ну что, возьмем Лео и возьмем, наверное, Кренга. Раз, два, три. А дальше, не знаю, ребят, у нас всего лишь получается одна энергия, не хватит нам на поединок. То есть вот это получается последний у нас. Допустим, Крэнк, давай, вали их всех. Замечательно. Ну и будет где-то, наверное... Надеюсь, 70-я будет позиция. Надеюсь на это. Но вряд ли. 74-я. Но, тем не менее, все равно, ребята, это хорошо, это лучше, чем могло бы быть. И, наверное, так, у нас сколько мутагенов-то хватит там на прокачку? Не хватит, да, маузеров? Не хватит. А пицца есть у нас? Пицца, 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 пицца. Допустим, палочки эти поищем. Я просто хочу насобирать мутаген. Да, мутагена, чтобы... Все. Ой, зачем я... Ой, баран, а. Говорю, хочу насобирать мутагена, и сам же его тут потратил. Все. Все, теперь можем смело повышать им уровень. Да, ребята, 87-й. Отлично. Ну что ж, друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.